Ох, ребята, ребята, время нас потрепало. Посмотрите, где мы сейчас находимся, с кем я нахожусь. Это, конечно, мой друг Янг Харди. И мы, на удивление, сегодня просто находимся в госорганизации в МВД. Да чего нас нахуй докатило, блядь? Сегодня мы будем, ну, брать взятки, зарабатывать. Я буду брать взятки больше, чем ты. Понял? Нет, я буду больше. Ну, мы поровну поделим. Мы сегодня находимся в МВД. Самая такая неприятная организация для игроков. Будем сегодня искать нарушителей. Мы коррупционеры, нахуй. Посмотрим, сколько денег мы заработаем. Твои ставки, вот, ну, 1100 хотя бы мы вытрясем с этих небоскребов. Я думаю, мы заработаем 52 рубля. Напомню то, что играю на 6-м сервере. Какой лучший... Самый лучший промокод Харди. Нет, самый лучший промокод Гарли. Вот так, вот такими буковками вот водите. Такими буковками, вот Буковками. Иди нафиг. Гарли промокод. По поводу рефералки пишите мне ВКонтакте, за это выдаю 200 тысяч. Ну чё, давай начинать. Смотри, что у нас имеется. У нас имеется полицейский планшет. Команду пропишу вот эту. Какая? И нам доступна абсолютно вся информация о игроках, которые находятся в розыске. Глянь, смотри. Макс Дудкин, 5 звезд. Вообще можем каждого просто подъезжать, вязать. Надо такого, кто нам дорогу прям переходил, понял? Розыск федеральный, давай еще раз глянем. Ну давай. Макс Дудкин, я не знаю, Дудкин, это какой у него? 39-й айдишник, сетмарк. 39, находится 3000 метров отсюда. Едем? Да, хули нет. Смотри, я сейчас как Шерлок Холмс настоящий проведу как бы анализ. У нас время сейчас 22 часа. По этому через одну минуту конты, значит, он будет на контейнерах. То есть, по логике, он будет ехать с контейнеров, а мы его нахуй примем прям возле знака Эдова. Бля, я как-то поехал кривой. А куда я выехал? Блять, я с машины пропал. Давай вперед беги. Брэк 4, перегоражаю. Он едет. Поступила информация, то, что он едет. Блять, какие раскопки. Стоять и двигаться. Просто я все перегораждаю, друг. Давай. Делай грязь. Вот, а едет. Это он. Как нам на него кинуть погоню? ПГ. Стоять, не двигаться. Максим Дудкин. ПГ 39. Поехали. Давай за ним, Опа. За ним. Давай. Газу. А ты расстрелял, да? Смотри. Чуть-чуть, да. Давай. Я начал погоню за ним. Давай, ну если он сейчас уедет, это будет проблема. Он сломанный, брат, мы догоняем. Мы сейчас бабки будем срубывать. Останавливаемся на обочине, либо предупредительный огонь откроем. Ну что он не хочет, блин? Я буду вынужден открыть огонь, останавливаемся на обочине. Скажи ему, что мы можем договориться, скажи. Останавливаемся на обочине. Все, наконец-то. А, ты смотри, да. Сейчас, еду. Давай. А как наручники на него деть? А потом мы разберемся с этими наручниками, да, сахака. Наручниками. Иди нахуй, я его сбил. Давай. Блядь, давай. Ах ты сука. Опа, попался, молодой червь. Так, эскорт 39. Вы находитесь... Сейчас находимся в розыске. В федеральном розыске, на секундочку. Смотри, сейчас его кенты приехали. А вдруг он будет сейчас убивать нас? Нет, они не станут. Смотри, еще двое приехали. Тихо. Мы можем договориться. Нет, не пиши, надо его посадить в машину. Блядь, дебил, сади в машину, едем. Газу давай к этому самому. В переулок, я его сажу в тачку. Блядь, не по РП, да пофиг, у меня в принципе АХК слетело. Как винду я переустановил. Сука, полностью оправдан. Вот сюда, маленький, блядь. Максим Дудкин, присядьте, если вы нас слышите. Ага, все, понял. Ты с наручниками. У нас есть специальное предложение, мы можем договориться. Мы снимем вам звезды, а вы нам... Так сказать, по 200 тысяч конфет. По сотке каждому. Договор, все, окей. Тогда мы едем в банк, и вы нам переводите, после чего мы снимаем звезды, правильно? Смотри, с пистолетом. Ты че? А, атакует. Давай, красавчик, лучший просто, друг, ты молодец. Вот, друг, полюбуйся. Где? Вот, сидит. Ах ты, нарушитель. Сука, нарушитель. Вроде, ну, знаешь, да, я согласился, а по итогу взял и вышел, блин. Такс, у нас погоня. Новый нарушитель, который угнал у моей женщины только что автомобиль, который на секундочку стоит 100 миллионов рублей. Так, Базанов, давай пролаживай маршрут нам в Бусаевочи, куда ехать? 600 метров, 500, сейчас налево. Прямо, налево. Налево. Значит, Катя сейчас просто тп-хает машину на штрафстоянку, и мы просто его вяжем. Начал погоню. Где? Давай. Где он? Вот это? Давай. Юна Брутал, 564. А где? Magic. Куда?
Правее. Вот она. Давай. Блять. Да ну... О, спасибо. Остановитесь. Блять, сучка. Так давай выходи, дубинкой ее бей. Так остановишь, не могу выйти. Глянь, за соучастие. Давай по колесам стреляй. По колесам, брат. По колесам. Все, прыгай, быстрее. Опа, высадил. Давай. Отлично. Все, и ее давай сейчас пакуем. Глянь, АФК ушла. Вышла. При аресте получила 20. Еще одного преступника повязали. Мы вообще с тобой топовые. О, Аарон Костелло, слышишь? Аарон Костелло в розыске. Давай, накажем. Сетмарк 133. Это где? 3000 метров. Это у нас он находится в южном, прикинь. Он в южном 130. Где-то находится. Нам давай, надо туда. Делаем. Так, друг, мы приближаемся к Аарону Костелло. Он очень да, близко. Да, мы сейчас будем наказывать дядюшку Аарона. За то, что он не выдал нам 2 ключа на любом сервере, да? Да, он мне не выдал 4 уже ключа задолжал, слышишь? Я только ради этого сюда устраивался и 3 года повышался до звания 7 уровня. Давай, вот он. Вот он, дядюшка. Да, все. ПГ ему кидай. Какой у него? 133. А где? Он наверху, на крыше, вот. Давай за ним. Наверх, быстрее. Блять, а как сюда? Вниз, и смотри, там есть, можно выйти. Все, я понял. Друг, мы не сможем подняться, слышишь? Мы не сможем здесь подняться. Прибегаем к плану Б, друг. Что? Тут вертолет стоит, друг, каким ты прикинь. Каким нахуй образом он ты прикинь. Ты подожди. Быстро, это нам подмога. Ага, ВДВ, давай. Дядюшка Аарон, думал, так легко отделаешься? Да, не тут-то было. Все, десантируйся, блять. Блять, ты нахуй упал. Ой, подожди, я тоже упал за компанию. Давай еще раз. Смотри, он бегает. ПГ кидаю, ПГ 133. Все. Где ты, друг? Сюда, давай. Я еду. Он написал ахаханубы. Блин, давай на вертолет и полетели за ним. Он сейчас скроется с места преступления. Глянь, он сейчас просто прыгнет. Давай. Аккуратно приземляйся. Отлично. Отстреливается. Ой. Ты посмотри. Он убил меня опять снова. Я не отдался живым, я сам умер. Я считаю, дядюшка Аарон терминатор, и мы не на того напали. Не на таком высоком уровне, чтобы ловить таких серьезных преступников. Так, кого на этот раз? Кто попадет под горячую руку? А нет варианта вот этого 6 звезд Miracle Latin. 6 звезд он находится сейчас где, гляну. Слышишь, он вообще рядом находится. Давай, 295 ID. Красный, да? 295. Кидай погоню. Брат, вот он красный. Давай, блокируем. За ним. Давай. Остановитесь. Мы... Это он? Это не он. А где он? А, вот это красный он. Вот это он, глянь. Все, хана. Давай за ним. Бери машину, я за ним еду. Мы можем договориться. Давай, стой. Договариваемся, я не бью. Да не бей. Мне вообще похуй, даже дверь открыть. Мы наручники наденем на всякий случай. По 200 тысяч конфет каждому. Да не, ну по 200 дохуя. Говорит, 100 конфет есть. Ну, по сотке каждому договорились. Объективно, вы не слабый преступник, все-таки как-никак Фоба. По 50 тысяч это будет мало. Ничего, я поговорю с этим, с директрисой поговорю, она поднимет вам цену на зарплату. Ой, вернее, зарплату повысит. Мне кажется, это первая удачная взятка, тебе так, ну, нет такого ощущения. Я на это очень надеюсь, если сейчас все пройдет гладко. 1 рубль скинул. И мне 1 рубль пришел. Ну, похуй тогда, что, садим его? Да, давай. Давай, одевай наручники. Все, глянь, как мы его на понт взяли, да? Да, с работы вообще уматывано. Че, ты еще что-то сказать хочешь? Или еще нам по рублю скинуть хочешь? Опа, сюда. 33 тысячи, прикинь. А тебе сколько? 77. И кольцо, да? Да. Ну ты не офигел? Сука, я на... Блять, я на гражданку, там больше платят денег. Кто мусора? Мусора, блядь. Короче, вот такой ролик вышел. Надеюсь, вы улыбнулись хоть раз в этом видеоролике. Поставите лайк, напишите комментарий. Ну, Даня, как обычно, где-то в жопе там бегает. Нет, я тут, друг. Вот это смотри, вот это вообще чел оделся, как говорится, по всем пискомоды. Это та самая одноклассница, понял? Ты какой-то первой партии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и удачи. Ставьте сподобайки. Всем пока. Пока.